Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Обзор сейчас на еду, ну и революции тоже посвящен. Открывайся. Перекресток, капуста квашеная, недешевая, 110 рублей килограмм стоит. Делают они из капусты, которая 20 рублей, то есть 6 раз цену увеличили. Она горькая и так постоянно у них. На привкус. И вот такие здесь вот с грязюкой попадаются. Ну что, раньше она стоила по 50 рублей, там год назад, сейчас 110, и херовая. А деньги ты не вернешь назад, или хотя бы половину. Она, я думал, масло горчит подсолнечное, но она нет, она и без этого горчит. Херово они делают, потому что эти сети с волочугом в Москве, которые сидят, лежат, что уже и за огромные деньжаты не купить еды. Вот то, что вы получаете от чинуш. Хер моржовый получаете. Вот. Вот это я и хотел показать. Какой смысл работать, если будешь говнище покупать? В общем, мы покупаем эту капусту в перекрестке. Покупаем где-то в другом месте. Всем спасибо. Пока. Это был истинный следователь. Обзор на капусту квашеную из перекрестка за 110 рублей.